Если ты не успеешь поставить лайк за 3 секунды, то у тебя за спиной появится сиреноголовый. Хайо, дорогие друзья, всем огромнейший привет, и мы сегодня, ребята, вместе с Лимони в Майнкрафте будем строить ловушки для сиреноголового. Всем привет, друзья. В общем, да, ребята, в предыдущей серии мы выяснили то, что сиреноголовый крайне-крайне сильный моб, его практически невозможно убить, и сегодня мы, ребят, попытаемся его убить довольно-таки читерским способом, с помощью ловушки. Короче, да, ребята, мы, получается, строим по ловушке, потом призываем его с помощью специального блока, с помощью специального предмета. Он приходит, мы его, ребят, заманим в ловушку, он туда либо падает, либо как-то попадает, и мы смотрим, что из этого получится, и таким вот образом, вот таким вот, ребят, просто читерским нереально образом пытаемся его убить. Конечно же, да, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. С вас, друзья, много-много лайков. Давайте мы, друзья, на этой серии наберем 3000 лайков, и выйдет новенькая серия по Майнкрафту про сиреноголового, про фонариголового и про других мобов ACP и монстров Тревора Хендерсона. Ну и мы, друзья, конечно же, начинаем. Слав, кстати, смотри, видишь, вот я тебе говорил в прошлом ролике о том, что постройки генерируются. Типа, а ну покажи, что это? Сиреноголовый их разрушил. Во-во-во, смотри, смотри, смотри. И тут сундук, в котором журнал какой-то, там кости, костяная мука, все остальное, угольный блок. А ну-ка, дай гляну, что это за журнал такой. Его почитать вообще можно? Посмотри. Ну, открой, да. А, можно, да, вот написано. We are lost, we lost everything. Ну, здесь... Мы все потеряли, снова. Это я мы понял. Все потеряли. Так, ладно, погнали строить ловушки. Давайте, да, ребят. Кладем, короче, сейчас будем строить ловушечки, потом призывать сиреноголов. Вот специально есть такой вот блок у нас для этого. Так, я вот тут вот где-нибудь буду строить. Давай вот я вот где-нибудь здесь буду. Так, все, ребят, у меня погнали. Есть просто офигенная ловушка, я уже придумал. Просто, прогуглил, ребят, там, наверное, да? Троллинг-ловушечка для сиреноголового. Получается так. Но у меня есть тоже какой-никакой план. Я сейчас хочу тут прям ловушку-ловушку сделать. Жалко, у нас нет кастомных никаких шипов, там, знаешь, лазеров. Кстати, да-да-да, лазеры, шипы всевозможные. Ну, возможно, ребят, в следующей серии все будет. Ну, если ребятам понравится, точно она будет делать. Наберется на этой серии. Естественно, конечно. Во-первых, сначала все нужно это дело выровнять. А, я сразу вглубь пошел. В смысле, ты типа коп... А, я понял, я понял. Не, я, знаешь, я не прям тупо ловушку хочу построить, я еще сейчас замок какой-нибудь построю. Ну, зачем? Типа, в котором я буду призывать сиреноголового. Ну, короче, сейчас все увидишь. Оп-оп-оп. В принципе, у меня это прям другая идея очень совсем. Быстро делается. Во-первых, да, яму нужно выкопать. Ты что же, да? Подожди, ты яму я слышал? Ты вглубь идешь, ты яму выкапываешь? Да, яму, яму. О, кажется, мы с тобой что-то примерно одинаковое строим. Но это не точно. Сейчас, а ну-ка, ребят, давайте все мы, как бы, нужно, в общем, сначала все выяснить, как это все строится, просчитать. Получается, вот, вот это вот будет нас здесь толкать. Так, получается, вот здесь он открытый будет. И под... А, ну да, все правильно, все... А, подожди, он в два блока поместится ж? По идее, а должен. Что? Нет, 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 он большой, ты что? Нет, конечно, он 4 или 5 даже блоков в высоту. Не-не, я имею в виду в ширину. А, в ширину поместится, да, должен поместиться. Получается, вот, вот ребят, короче, вот это вот все выкапываем мы здесь. Слушай, ну... Я бы не сказал, что я готов, но я уже практически сделал яму. Прям как хотел. Жалко, сколько что мы... примерно в глубину где-то? Блока 4-5, я думаю. Хотя не, больше, он же больше, он же больше. Он же, он высокий, он да. Высокий, он высокий, да, он блоков, наверное, 8. Это получается уже 3 блока. 4, 5, 6, 7... 8. Мне даже пролагивает из-за того, что я очень быстро блоки ломаю. Декоративные блоки. А где-то тут должен быть маяк. Я уже землю всю прокопал, получается, вот. Чё, ничего себе ты скоростной. О, железо нашел. Блин, почему мы не выживаем? Почему, когда мы, ребят, выживаем, железа мало? Хотя нет, в предыдущей серии было много железа. Да, я прям железо? Там бегал, штук, наверное, 40 нашел. А кому оно нужно, Слав? В смысле? Мне нужно. Секунду, мне нужно вот это вот просто добавить сюда. Для этого мне нужен один блок. Я тебе тоже немножко помогу. Если ты догадаешься, зачем я это делаю, то ты... А что ты делаешь? Прекрасно поймешь. Маяк. Маяк? А зачем он нужен? Да. Я сделал маяк. Сейчас увидишь. Сейчас увидишь. У меня же эффект есть? Эффект есть. Все, замечательно. Теперь мне нужно взять и достать вот такой вот предметик один. Ну, глубокая яма. Уже довольно-таки, видите, ребят, глубокая вот такая ямка получилась. Так, здесь тоже давайте все прокопаем, проломаем. А что ты на меня спешку наложил? Что это такое? Что это за чары такие? Это чтобы быстрее копать. Да и так, я же креативнее, как я могу еще быстрее копать. Так, теперь ставим липкие поршни вот сюда вот. Вот, 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 вот. Подожди. Вот. Подожди, попахивает каким-то обманом. Что такое? Да я пытаюсь тут разобраться с этим маяком дурацким. Я так давно их не строил, что не понимаю. Зачем ты строишь маяк? Мы строим ловушки для сиреноголового. Чтобы быстрее построить эту же самую ловушку. Очень долго ломать блоки. Мне не нравится, когда я долго ломаю блоки. Я уже почти все доломал. Ты быстрее, ну, просто ломай, мало, и все. Ты мало сломал. В смысле? 10 глубину? Ну, короче, лимония, ребят, как обычно. Лимония-то. Ты что? Я не налимонил, в смысле?
Ну, пока еще нету, скоро налимонишь. В каждой серии лимонишь. В смысле в каждой серии? В прошлой серии где я налимонил, скажи, пожалуйста. Не помню, но я помню, где ты налимонил. И так в комментариях достали уже. Лимонин и лимонил, пишут. Лимонин и лимонил. На стрим приходят, говорят, лимонин и лимонил. Вот всеми, вот тебя под роликом пишут. Лимонин и лимонил. Ух, так все, прокопал, ура, есть. Так, теперь это все дело нужно закрыть. Здесь, получается, прокопаем, редстоун проведем. Ну, в принципе, изи, ребят, ловушечка. Прям очень такая, знаете, прям для выживания в самый раз. То есть, в принципе, эта ловушка строится довольно-таки легко в выживании. И она довольно-таки, я думаю, эффективно будет против сиреноголового. Но как раз для защиты, знаешь, дома, да, она такая вот будет нормально. Да, то, что нужно прям. Я прям, знаешь, я максимально хардкорно строю из булыжника, ну, из таких максимально простых материалов. Я бы из обсидиана вообще строил, на самом деле, против сиреноголового, потому что, насколько я помню, он ломает блоки. А, точно, ребят, точно. Спасибо, Лимоня. Посмотри, как я тут копаю, посмотри. На лимонил уже, хотел сказать, напомнил мне. Посмотри, как я тут строю. А зачем тебе маяк? А ты посмотри, как я копаю. Что? Чего? Во-во. А что, а зачем такая большая яма? А почему нет? Ну ты просто, ты не можешь догадаться даже, что я хочу тут построить. Подожди, ты, как ты это все сделаешь с механизмами? Во-во, сейчас увидишься. Ну я, ребят, нуб, это у нас Лимоня Про. Получается, название ролика будет... Получается, да, ребят, нубы Про. Нубы Про строят ловушки для сиреноголового в Майнкрафте, 100% троллинг-ловушка. Ну получается, так и есть. О-о-о, мне кажется, нас засмеют в комментариях из-за такого названия. Сколько там блоков повторителей отработает? 8, по-моему, или 16, я не уверен, я не знаю. Помните, это 8? Надо каждые 8 блоков нужно обновлять редстоун сигнал, вот это я точно помню. Сколько работает повторитель? Ну, скорее всего, также 8 блоков. Так, вот здесь вот поставим, получается, вот здесь вот поставим. Так, раз, два. Сейчас, короче, проверку будем делать. С этой стороны, получается, я буду стоять. С той стороны будет идти сиреноголовый. Здесь, получается, ребят, вот так вот еще два блока ломаем. Точнее, еще один блок, чтобы всего было два. Так, я уже близок к логическому завершению, на самом деле. Да я тоже. У меня простая ловушка такая будет. Но она самая... Мне кажется, она быстрее. Я же говорю, я тоже строю чисто для выживания ловушку. Максимально простую. Моя задача была построить что-то, что будет работать всегда. Без модов, без всего. Так, вот здесь вот нужно теперь, получается, поставить вот эту штуку. Ну да, так. А, ну все правильно, все правильно. Вот здесь вот эту штукенцию ставим. Здесь редстоун проводим. Ой, не то. Вот так вот. Почему не сработало? А, немножко назад надо. Все, теперь точно все сработало. Так, ну и здесь мы, получается, проводим редстоун. Вот, все, фух. Так, ты говорил обсидиан. Обсидиан не ломается, получается, да, сиреноголовый? Обсидиан он не ломает, да, он его не ломает. Может, бедрок лучше сделать? Бедрок он точно не сломает. А, давайте, ребят, ну опять же, чтобы максимально все выживание это работало, давайте обсидиан. Обсидиан реально добыть, как бы, вот так вот. Не, ну в целом, знаешь, ловушечка. Глянь, кстати, нормальная ловушка? Как для нубика. Смотрю. Для нуба нормальная ловушка. Да, да, вполне. Ты же понял, я сделаю коридор, и здесь типа замок. Он, получается, через коридор идет и падает в ловушку. А, ну да, я понял, что ты хочешь. Да, хорошая ловушка получается. Сейчас, я тут тоже. У меня еще и приманка будет в этой ловушке. Прямо. Подожди, вот я сломал редстоунский факел, почему ничего не сработало? Обсидиан не притягивается липким поршнем. Так а что, у меня чисто... Подожди, если обсидиан не работает на липком... Подожди, не работает на липком. Поменяй на железные блоки. Давай на железные. А, он их ломает, но не так сильно, да? Не так быстро. Да, это плотный блок. Он вот все равно долго будет ломать. Давайте, ребят, обсидиан весь ломаем пока что. Ну, потом, короче, поставлю я это весь пол. Так, ну, в принципе, большой не будем его прям строить. Давайте тоже из железных блоков. Все у меня, в принципе, будет из железных блоков, потому что железные блоки реально прям нужны. Так, мне остается буквально сейчас тут достроить замок. Это, в принципе, недолго. Подожди немного. Ты тоже что-нибудь себе построй, там домик какой-нибудь, знаешь, сверху. Домик построй сверху, чтобы сиреноголовый, типа, такой пришел и... А, ты жителя, типа, в клетку посадил? Конечно. Как приманку? Да ладно. Да-да-да. Кстати, ребят, точно, давайте жителей в мой замок посадим. А-а-а, решил у меня идею спереть, да? Ой, ничего ты не слышал. Блин, а реально, кстати, либо я сам-то могу, в принципе, быть в качестве приманки. Не, сам мне кажется, я не хочу так... быть. Не, я буду. Я потому что я уверен в своей ловушке, то, что она сработает. Я посмотрю издалека лучше. Не, я... А, то есть ты жителя бедного такого туда посадил и сам сваришь. Понятно, понятно. Вроде как в креативе ты должен быстрее блоки ломать, но на самом деле ни черта. Так, я помню, там есть стенки. Где эта стенка находится, я не помню. В декоративных? Булыжная ограда? Тут я все закрываю вот таким вот образом. Все, я готов, практически готов. Подожди, вот, все, еще немножко. Ух ты, ничего себе ты там строишь. Конечно. Да куда замок, прикинь, этот
А если вдруг ловушка не сработает, он тебя весь замок разграбит? Ну вот, замок хотя бы защитит, хотя бы успел весь... убежать. Я понял, зачем ты столько железа постоянно накапываешь в шахтах, чтобы из него замки строить. Да-да-да. Да, ловушка, ты прав, у меня ловушка одноразовая, но зато она точно сработает. Да, моя тоже точно сработает. Так она у тебя по рычагу работает, понимаешь? Ты подожди, я еще ее не закрыл как бы. Ну, так по рычагу, я так, оп, он идет на меня, я наполовину ее, получается, открываю, и все. Последние штрихи. Сейчас, подожди, в смысле? Да мне еще тут куча всего, подожди, ты подожди. Сейчас, подожди, все. Смотри, получается, я строю в 4 в высоту вот этот замок, делаю сверху небольшой такой вот навес, бойницы, и закрываю коридором, получается, ловушку. Можешь мне помочь? О, да, ты пока этот построю коридорчик, закрою вот эти все механизмы. А я как раз, ребят, пока дострою, в принципе, свой замок. Крышу уже строить. Ну, давайте еще крышу сейчас быстренько построим. Это, в принципе, недолго. Че, крышу? Так, 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 так. Ну, тут я все закрыл. Боль хорошая меня. Эксплуатация лимони. Работает ну, за меня. Вот именно, между прочим. У меня тут все уже давно готово. Я уже готов к сиреноголовому. Все, я заканчиваю, Фу, наконец-то я это достроил. Как же это было долго. Лаву еще сейчас нужно вниз наполнить. Кто там еще и лаву. Ну, а как по-другому? Он что, по-твоему, с 10 блоков, когда он 8 в высоту разобьется? Я ему прям озеро из лавы сделал в 3 блока в высоту, чтобы он не в один блок падал. Во-во, чтобы он сразу, да, сгорал прям моментально. Знаешь, как весело будет, если окажется, что он в лаве не горит? Блин, ну вот мы это как раз, ребят, сейчас и будем выяснять. Мы ж не знаем. Так, а где ты будешь блок ставить, кстати? Ну, спереди, получается, моего замка... За ловушкой, короче, прямо вот здесь. Сейчас, подожди, вот ты уже неправильно немножко тут сделал. Ну как, ты все хорошо сделал? Небольшой штрих нужно. Но это получается, чтобы он меня с фланга не обошел. Тоже верно. Давай, помоги. Не стой без дела, работай. Да. Солнце ей уже зашло, но нужно все равно работать, давай, работай. Так, здесь стеночка закрываем, ну и в принципе все. Блок мы ставим прям... Подожди, чтобы он меня не обошел, ты знаешь, что можно сделать? Что? Ты знаешь, что можно сделать? Что? Комнату? Да, комнату просто. И дверь ее закрыть. Он через дверь не умеет выходить. Так, вот таким вот образом. Все, я у себя сделал все. Получается, мы тупо его спавним, троллим, он бежит к нам и, в принципе, попадает в ловушку и умирает. Да. Главное, чтобы он отвоюет. У тебя что там, плита нажимная стоит? Да. Ну, главное, чтобы он еще на нее наступил, а то он, знаешь, ее обойдет, перешагнет просто и все. Так, здесь закрываем. Вот, все, фух. Вот здесь вот закрываем. Изнутри тоже надо поставить по кнопке. Все, теперь все, в принципе, готово. Он сюда такой вот идет, и мы активируем. Какую первую будем, ребят, ловушечку испытывать? Давайте, давай твою, оно тебе... Хотя, подожди, не-не, давай мою, потому что твоя сейчас еще бомбанет тут. Я чуть разнесет. Не упал туда, блин. Ё-моё. О, тут миллион плит. Все, я там не летаю. Так, давай мы, знаешь что, мы все-таки будем без креатива. Давай, короче, мою сначала. Бери алмазный меч. Не, я буду в креативе, я буду наблюдать. Не, давай. А, ну, окей, не, в смысле, окей. Так твоя же. Окей, давай, сейчас, ребят, одеваемся, давайте, одеваемся, хорошо. Тепло одеваемся, все-таки зима, все работает. В высоту, сколько там блоков, подожди? Ну, я имею в виду лава. О, да, нифига себе, она глубокая. Он 100% сгорит. Это я тебе взял. Вот. Получается, он такой вот идет красивый и падает прям ко мне. Ну чё, давай. Готов? Сейчас давай гейм-мод вырубаю. Подождите. В принципе, я готов. Давай. Так. Раз, два, три. Все, я готов. Ты там прям возле двери его. Нормал. И вызываю тебе Siren Head. Siren Head, давай иди сюда, Siren Head. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фига себе, он быстрый. Да я не хочет, он походу видит, что у тебя есть ловушка там. Вот именно, умный, блин, а. Не идет дальше. Эй, еще и дождь пошел. Эй, сиреноголовый. Ай-яй-яй-яй. О, идет. Да, в смысле? Он не горит в лаве. В смысле, он не горит в лаве? Подожди, он точно не горит в лаве? Подожди. Не горит, ребят, в лаве. Реально не горит. Все, удали лаву. Братан, удали. И смотри, он, кстати, застрял там. Смотри, братан. Все. А ты знаешь, что? Закрой. Кстати, точно, да. Ребят, смотрите. А-а-а. Да ладно. И смотрите, просто подходим и его бьем. Он не бьется. А, он меня замедлил! Прыжками. Помню. Офигеть, ну, ребят, как же опасно, блин. Мне кажется, твоя ловушка немного не сработала. Но блин. Будет... Но все равно, знаешь, смотри, мы его, получается, полностью остановили. И я его, ребят, просто могу расстрелять из лука. Будет еще интересней, если окажется что он не взрывается TNT. Да. Ребята, капец, просто жесть.
Получается, подожди, братан, сейчас наложи мне чары, пожалуйста, чтобы я его побыстрее убил. Так, давай. Ребят, стреляем, стреляем, все честно, видите, я еще даже не умер. Так, ну, кстати, подожди, ты же со мной согласен, то, что ловушка рабочая, то есть я его остановил, он не сломал мой замок, он меня не убил. Убивай его быстрее. Ну, убиваю. Слушай, я согласен с этим, но я не согласен с тем, что... Отойди, пожалуйста. Типа, вот. Ты убил его не ловушкой. Ну, все равно, какая разница, ловушка-то сработала, он в нее попался. Ну да, Redstone никогда еще в Майнкрафте не помогает. Ребята, почему, как бы, блин, сиреноголовый не горит? Может, нужно больше лавы? Хотя нет. Ну это просто полная жесть. Ну зато смотрите, мы просто остановили, он уже никуда просто не денется. Сколько у него хп? Мы стреляем, стреляем, мы просто, видите, ребят, просто ноль урона. Да сколько же, ребят, еще стрелять-то можно? Это что ты мне там за такие чары наложил? 5 силы? Да. О, убил. Убил? Есть. Я только на себя силу накинул, чтобы убить с одного удара. Фух, кого угодно. Ух, ребят, ну мы, кстати, это сделали, но да, к сожалению, лава его не берет. Так, ну что, ребят, теперь давайте испытаем мы ловушечку Лимони. А, куда тебе его спавнить и что мне? Подожди, так, гейммод надо, во-первых, включить. Просто в комнатку. Все, ты давай. Готов? Да. Вот здесь спавнить. Ну, снизу, естественно, снизу. Ну, я понял, на зеленом. Да, 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 на зеленом. Раз, два, три. Ай-яй-яй-яй. И, ребят, смотрим на это. Что произошло? Нифига себе, нифига себе. Так, подождите. А почему не сработало, братан? Почему не сработало? А я помогу. Ай-яй-яй-яй, братан, живи. Он меня замедлил. Сейчас. Ну, кстати, урон, его... ты видишь, наносится? Наносится, урон, ребят, наносится урон. Большой. Mm-hmm. То есть, получается, я просто затупил. Надо было сделать так, что, во-первых, он падал где-то в центре и взрывался весь динамит. Ну, смотри, что я сейчас могу сделать зато. Ну, давайте. Смотри, как он высоко падает. Смотри, он летает. Он выжил? Да ладно. Ребят, он выжил. Сейчас его я рукой ударю. Это все, просто умрет. Невозможно. Все, я его рукой ударил, он умер. Фига себе, ты сильный, блин, а? Боксер просто какой-то. Ну, блин. Ты, кстати, ну, смотри, ладно. Немножко даже задел мою, как бы, ловушку. Ну, немножечко, немножечко. Совсем. Короче, ребята, что получается? В принципе, моя ловушка рабочая. Ну как, ребят, 50 на 50. То есть, в принципе, я его остановил. Ловушка, как бы, именно с лавой не работает. Но при этом я его, ребят, остановил и смог его застрелить с помощью лука. С лавой, ну, говоришь? В принципе, с лавой, все правильно. Ты что делаешь? А? Не надо, ну не надо, я же строил, я старался, не надо. Ай, не надо, ну не надо, ну ё... Сам поджог. Лимонин, потом говорит, что он еще не лимонин. Рабочая ловушка. Рабочая, ребят, ловушка. Ну, по сути, она бесполезна против сиреноголового. Так, ребята, что получается у Лимони, рассказывай. Ну, слушай, у меня ловушка сработала как надо. Единственное, что мы не подумали, что он в лаве не горит. Но он взорвался на динамите, и оказалось, что у него так много жизней, что он даже... Да, он сильный, что он пережил. Он пережил взрыв, он взлетел наверх, и пришлось его добивать. В целом, как и у тебя, его можно было просто расстрелять с лука, потому что он также там застревает в этой яме, и все. Единственное, что мне жалко, это жители. А, это же житель еще был, блин. Который испарился, да. Ну, у меня, кстати, ребят, видите, в принципе, все бы выжили. Ну, в общем, да, друзья, вот такая прикольная сегодня серия получилась. Конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на все наши каналы. Все, друзья, ссылочки, конечно же, в описании. Посмотрите, ребят, как Лимоня строил свою ловушку. Ну, если вы, ребят, у Лимони смотрите, у меня посмотрите, как я строил. Всем, друзья, пока.